Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в 9:30 в среду 20 января в Дашковой Песочне. 80-летняя женщина скончалась на месте. Водитель, управляя рейсовым автобусом МАЗ, двигающимся по маршруту номер 6, отъезжая от остановки общественного транспорта, совершил наезд на 80-летнюю женщину-пешехода. В результате данного дорожно-транспортного происшествия женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. Очевидцы отметили, что погибшая получила серьезные травмы. Цитата. «Видела переломанные ноги с торчащими костями, но из машины скорой к телу уже никто не спешил». Конец цитаты. Позже другой очевидец рассказал порталу РЗН-Инфо, что женщина упала под автобус. По его словам, она выходила на остановке, поскользнулась и попала под колеса. Цитата. «Водитель посмотрел по зеркалам, начал отъезжать от остановки. После этого пассажиры начали кричать. Там на остановке было все в снегу и очень скользко». Конец цитаты. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства уточняются.